Теплые шапки и пуховики уже стали обычной формой одежды для артемовцев. Полицейские тоже сменили привычные куртки на толстые бушлаты. О том, с какими результатами прошла для полицейских прошлая неделя, рассказал заместитель начальника полиции ОМВД России по Артемовскому городскому округу Виктор Игошев. За истекшую неделю на территории района зарегистрировано 253 сообщения о происшествиях и преступлениях. Из них 12 сообщений с признаками состава преступления. Это такие, как одно содержит признаки превентивного состава, по 11 сообщениям о преступлениях содержит признаки средней тяжести по более тяжким составам. По 161 сообщению принято решение в дежурные сутки. Возбуждено за истекшую неделю 8 уголовных дел. По 36 материалам проверок вынесены постановления об отказе возбуждения уголовного дела. 27 материалов направлено по территориальности. 19 сообщений проверены, лица привлечены к административной ответственности. 30 сообщений приобщено к ранее зарегистрированным фактам. Также на территории района за истекшую неделю скончалось 11 граждан, все без признаков насильственной смерти. Доставлено в дежурную часть ОМВД за истекшую неделю 16 граждан, 14 из которых содержались в помещении для задержанных. Выявлено за истекшую неделю 519 административных правонарушений, из которых за нарушение правил дорожного движения 470. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории района было проверено и осмотрено 437 единиц автотранспорта. Досмотрено 497 граждан по базе розыска.